Всем привет! В данном видео я хочу показать, чем отличается термоусадка с клеем, в данном случае вот с такой маркировкой, от обычной термоусадки. Для этого в качестве тестового образца будет выступать вот такой кусок кабеля и два кусочка термоусадки, то есть с правой стороны у меня вот это вот с клеем и с левой обычная. Как их отличить? То есть обычная термоусадка, она достаточно такая мягкая сама по себе. А термоусадка с клеем, она в середине глянцевая, ну там даже если присмотреться, то видно, как в середине блестит она, и она значительно более жесткая. Ну и также термоусадка с клеем по цене тоже ощутимо различается от обычной в большую сторону. Итак, закрепляем наших два тестовых образца. Раз и два. И прогреваем феном. Даем чуть-чуть времени, чтобы остыла термоусадка. Так, ну, можно считать. Еще чуть-чуть. Вот, обычная термоусадка при усилии достаточно легко и просто слетает из кабеля. Термоусадка с клеем, она достаточно прочно держится. Ну, в данном случае она еще не застыла до конца, конечно. Но она фиксируется значительно лучше, чем обычная. И плюс у нее есть такой еще эффект, что она изолирует провод от влаги, то есть место соединения само. Вот такая вот информация, надеюсь, будет кому-то полезной.